Иди отсюда. Лову щурили, заходили ходуном. Надо иди скорее. Свет включить. О, убери отсюда этих кошек. Буска, одну буску дай мне сюда. Буска, иди скорее сюда. На, ну-ка. Вот она, гляди, сейчас гляди, как она будет. Первый раз рыбу дал ей живую, гальяна. Ну, давай, давай, гляди. Ой, ой, гляди какой. Ну, ну, куда лезете? Ну, ты не отобьешься, ой. Ну, ну, что такое? Ну-ка, да. Ну-ка, давай. Белая, посмотри. Белая, гляди, гляди. Белая, белая. Ну-ка, белая дай, белую. Возьми красную. Белая у вас выхватит сразу. Белая это выхватит, даже не успеешь моргнуть. Все, ты сама такая, как кусанет, да? Рыжки не сидится. На. Ой. Ой, не поймет, что такое. Ой. Ах. Живая рыба. Да какая кошка не любит рыбу? Так, с той стороны. Так, и лапой. Мышей вовсю лопает, а рыбу не видала живую. Ну, ой. Ой, опасно. Гальян, опасная рыба. Акула настоящая для тебя. А целует ее, смотри. Может, жалеет. Интересно, тут уже резко. Какие у нее чувства? Ну, рыба-то уже ничего не чувствует. Ой. Ах. Так. Лапкой. Заметил, кошки едят с головы всегда. На, рыбу. На, ешь. Ну-ка. Глаза такие у меня копеек. Да, если бы не хозяин, она бы сейчас была. Ой, как она любит. Ну, ну на, 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 рыжая. Ой, какая рыбка хорошая. Выходит, белая отберет у нее. Ну-ка, дай, 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 подожди, дай, 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 какой там дай. О, любят они их. Ой, теперь хватились все. Самая спокойная, это рыжая, она им бабушка. Вот вы пошли сейчас. Кто-то тут мылся и не поставил на место эту баночку. Я пошел. Куда пошел? Вот печку затопил, сейчас печка топится. К Любе отнести сумку, что она дала помидоров. Видишь, сколько помидоров дала, уже второй день едим. Помидоры и перец. Перец у нее, это я половину уже попробовал. Вот. А она что приготовила? Посмотри, Никита. Что она утворила? Полную... Эту на дорогу. Так это еще не все, там еще есть. Вот какая доброта в человеке, старшая сестра в деревне. Я котлеты, я говорю, какие котлеты? Вроде это еще готовят-то. Как какие? Я говорю, ты щищевисы. Это что еще? Надежда Васильевна. Надежда Васильевна. Подвинуть куда-то это все. Некуда даже ставить. Нет, кастрюлю-то сюда вот, вот эту. Да. Если там есть, конечно. Гречка тоже поставишь. Так, вот это вот, это подожди-ка себе это, минутку. Это у нас что? Получается вот так вот. Хотя печка хорошая, но надо припирать. Да, не, не шутите. Все. Вот. Смотри. В, Володя, вот И, Игнатий. Вот это мое, я уже половину съел. Так как и написано? Не, по первой букве. А это И? Ну да. А тебе как?
Н. Ну вот тебе да. Вот теперь я закрываю. Это летний ход был. Вот еще тут что-то. Вот это кто принес? Это Надежда Васильевна весь день тут работала. Все, тут. День мы работали. Нас не видно было, а сестры подглядывали за нами, что мы ну, работаем. О, угля насыпал, все. Сейчас я дай-ка летний ход открою, чтобы она прогорела. Ну что, за стол давайте, поедим, а то поздно уже, 20:08. Господи, освети дары, посылаемые тобою. И яд нищий насытятся, восхвален Господь, взыскающий его, жива будут сердца их век и века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Очи всех на Тебя, Господи, уповает, и дашь им пищу во благовремени, отверзаешь и Ты щедрую руку Твою, исполняешь всякое животное благоволение. Освети дары, посылаемые Тобой словом истины и молитвы. Аллилуйя. Аминь. Аминь. За стол. Садитесь. Давай, Володя, ухаживай за нами. А это еще в сумке? Это ваше.